Ты классно играешь. Круто. Спасибо, спасибо. С какого города? Краснодар. О, Краснодар, солнечный город, прекрасно. Я с Волгограда, соседи почти что. Если можно сказать, что 800 километров — это соседство, ну. Да, я сама с Волгограда. Кто? Я с Волгограда сама. Да, серьезно? Да, я там часто бываю. Я сейчас на два города живу. А, сейчас ты в Волгограде, да? Нет, сейчас я в Краснодаре. Сама я с Волгограда. А-а-а. Приятно, приятно познакомиться. Очень приятно, что есть земляки в этой чат-рулетке дурацкой. Друзья, всем привет! Я снова рад вас всех приветствовать. Во-первых, спасибо вам большое за 1000 лайков под постом в сообществе. Черт побери, это прям мотивирует меня работать дальше для вас. Спасибо, что смотрите, это максимальная оценка моего труда. Давайте под этим роликом соберем 6000 лайков и 500 комментариев, и я сразу выпускаю новое видео. Вот прям сразу. По секрету скажу, я уже начал его снимать. 6000 лайков и 500 комментариев. Продолжайте давать мне мотивацию. Спасибо. Друзья, хочу вам рассказать о приложении, позволяющем перекидывать любые ваши данные с одного телефона на другой и на ваш ПК. И имя этому приложению – Wondershare Mobile Trans. При помощи этого приложения вы буквально за пару минут сможете перенести любые данные, вплоть до игр и сообщений, на другое устройство, будь то телефон или компьютер. Все очень просто. Открываем программу. Предположим, вы хотите перенести ваши сообщения или фотографии с WhatsApp. Нажимаем вот сюда. Выбираем телефон, с которого будет производиться передача данных, и все. Также можно сделать резервную копию на своем компьютере. Передача данных с телефона на другой телефон происходит также удобно и быстро. Помимо WhatsApp, здесь есть и другие мессенджеры. В общем, удобная программа с понятным интерфейсом, которая поможет в решении ваших задач. Пользуйтесь. Ссылка в описании. Здорово. Здорово. Ну, играй давай. Да я сам устал уже. Ты просто так, да, играешь, Лил? Да, я просто так играю. А ты фингерстайл или поешь что? И то, и то. Типа такого. Так, ну давай я тебе сыграю. Фингерстайлом очень сейчас мало, ну, не так много занимался, вот, недавно, по сути, начал, ну, допустим. Ты молодец, ты молодец. Единственное, что можно тебе дам совет, играй под метроном и четче.
Я понял, но единственная моя проблема это то, что я не нашел полный разбор, потому что я учился, вот просто вот видео было, и я хоть как-то, но пробовал подбирать сам. Нет, не, молодец, молодец. Чувствуется, что ты чуть-чуть понимаешь. Ты сколько играешь на гитаре? 2 года. 2 года. Два с половиной почти. Нормально, хороший результат. Единственное, что я тебе говорю, играй под метроном и четче. Я вижу, что ты так еще немного не уверен, как будто бы в том, что ты играешь. Чуть-чуть уверенности и под метроном. Вообще четко все будет. Я чуть не станцевала. Жаль, что не станцевала. Некогда, жрать готовлю. Все правильно, скоро муж придет, надо готовить есть. Мужа нет. А тогда для кого крабовый салат? Для себя. А, для себя? Да, мне его хватит на 3 дня. Так поменьше майонеза надо есть. Я это знаю, поверь. Посмотри на меня, я ем Дональдс каждый день. Прикольно, прикольно, прикольно. С какого города? Краснодар. О, солнечный Краснодар. Ну да. А ты в кого такое талантище? Странный вопрос. Профессионально учишься, да? Да нет, просто играю на гитарке. Тебе надо обучать. У тебя такой подход, ты вот прям слышишь музыку. Я ж сразу угадала, что это за мелодия. Круто, круто. Это приятно слышать. Офигенно. Талант. Понял, спасибо. Спасибо большое. Так, ну я пойду. Тебе вот хорошо приготовить, вкусно поесть. Спасибо. Спасибо, счастливо, пока-пока. Hello? Привет, я по-русски говорю. О, прикольно. Ты знаешь эту мелодию? Какую? Я ищу людей, которые ее сразу с первых нот узнают. Вот вы первые сейчас. Мы как раз на днях с женой сериал досмотрели просто, вот знаешь. Да, на работу 2 часа ночи, но мы досматриваем сериал, блядь. В 4 часа утра мы досмотрели. Вот прям вечером начали смотреть, я тоже досмотрел. Не, мы 2 закончили. А вы в Корее живете? Да. И вы русские, да, оба? Круто. Ну да. Ну, этнический кореец. Я понял. Блин, ну молодцы. Круто. Блин, прикольно. Много русских там? Да до хера, если честно. До хера русских? Да. Очень много. Блин, так прикольно, да, он так сделал? Ну. Я вот, честно, адекватного первый раз вижу, вот, чтоб пацан был адекватный. А то попадаются такие, что ты там? А, да-да-да-да, таких много. Здрасте. Привет. Сыграй что-нибудь. Сейчас. Смотри, у меня даже ногти отращивает на левую, на правую. Не, не слушай ее, играй, я слушаю. Thank you.
Вау, очень круто, молодец. А сколько ты играешь? 17 лет играю на гитаре. Ого, вау. Немало, немало, да. А, девчонки, вы прикольные, приятные. Спасибо вам, что послушали. Спасибо. Пока-пока. Скажи, ты знаешь эту мелодию? I cannot speak Russian, bro. Okay, okay. Do you know this song? Which song? That's Squid Game, right? Yeah. Awesome, bro. How many years you playing guitar? 70 years. Yeah. For me, Oasis. I went Noel Gallagher's concert for 3 times. Yeah. Wonderwall, right? Yeah. Where are you from? South Korea. Which city are you living in? Volgograd, Russia. Oh, Volgograd. Stalingrad. I was living at Kamchatka. Really? Yeah, for 1 year working business. What? Business in Kamchatka. Yeah. Спасибо. Have a nice day, bro. Пока. Have a nice day. Bye bye. Я быстрее не могу. Ты можешь Imagine Dragons сыграть? Которая игру кальмаров. Просто где же есть пушка? Господи, сидит у нас чат-рубежки. Блядь, а что ты этот не сделаешь? Типа, это как это называется? Я так в Ютубе нет, лазю, там эти есть гитаристы тоже. Слушай, как я один из них. Я гитарист тоже. Акстар. Нет, Аскар. Акстар. Да, Акстар вот тут. Они живут. Подписывайтесь на меня, ребята. Сделай, я подпишусь обязательно. А что сделать? Он у меня есть уже. О, все. Илья Збеки. А ты откуда? Россия, Волгоград. О, рядом. Рядом. А вы откуда? Уфа. Ставрополь. Уфа или Ставрополь? Я со Ставрополя. Ну, я понял. Ну, близко, да. Да. Круто. Ребят, подписывайтесь, пожалуйста. Обязательно подпишусь. Ну, честно. Счастливо, спасибо большое. Ну, давайте, удачи, удачи. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. У него карточка кальмара, это у меня есть. Ливерпуль такой говно, блядь.
Согласен, согласен. Я ж поэтому их футболку и ношу. Я всегда болею за слабых, дружище. Ливерпуль не хуй слабый. Я с тобой полностью согласен. Сильная команда. Сейчас она идет ну, в хорошем... По-моему, на первом месте, да, она идет. Ну, вот. Не знаю, но знаю, не люблю Ливерпуль. Тоже не люблю вообще. Не очень нравится команда. А ты футболку носишь? Еще и старую. Значит, давно болеешь. В смысле еще и старую? Это охренеть, какая крутая футболка. Ты еще... Я не сказал, что она плохая, я сказал, что она старая. Потому что у Ливерпуля... Все старое плохое, поэтому ты это имел в виду. Нет, я не это имел в виду, не надо мне договориться. У Ливерпуля Adidas, как давно был. Ливерпуль форма Adidas. Да, ты прав. Мне прям даже интересно, когда у них это было. Эту футболку, кстати, мне подарил сам Стивен Джерард, когда я сидел на трибуне. Серьезно. Да? Скинул мне ее вот так вот, да? Номер покажи. Если ты Торрес. Надо было сказать Торрес, дурак. Ты пиздец, людей нахуешь. Прости меня. Я нашел твою футболку. Она такая раритетная, бля. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Слушай, ну-ка, а интересно. Нет в наличии. А покажи ее еще раз. Просто у меня еще другая, есть еще более старая. Ну, я думаю, это прям твоя. Не-не-не-не, это не моя. Есть еще. А, ну да, это да. Ну, это не старая, она года 10-х, короче, годов, где-то так. Весна-лето 2013 года, это было. 2013. Просто у меня есть футболка еще, я не знаю, 90-х. Ебать. У меня есть футболка 87-го года Тоттенхэма. Ни хрена себе. Да. Причем купил за 1000 рублей. Ну, в секонд-хенде, да? Ну, типа того, да. Обнял, приподнял. Давай, счастливо. Смешно разговор закончил. Обнял, приподнял. И просто сразу. Давай кто кого. Ну, давай. Давай, начинай. Ну, ты предложил, давай начинай. Сначала изучил, больше не стал. Молодец, давай сыграй самое лучшее, что ты умеешь. Да я даже хуй знаю, Нирвану знаю. Давай. А дальше? Вот это вот как называется. Сейчас. Сейчас. Короче, как-то нахуй. Нет.